Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi Note 10 Lite. И сейчас я покажу вам, как очистить историю браузера данного устройства. Итак, для этого мы открываем браузер. У меня Chrome. Далее здесь у нас должны быть три точечки в правом верхнем углу. У нас здесь стрелочка. Нажимаем на нее и выбираем историю. Далее нажимаем «Очистить историю», выбираем временной диапазон, за который хотим очистить историю, и выбираем, что именно мы хотим удалить, после чего нажимаем «Удалить данные». Нажимаем «Удалить», нажимаем «Ок», и видим, что у нас история полностью очистилась. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.